Доброе утро тебе. Ну что же, продолжаем проходить обители восьмого. Что-то тут делать. Да, у нас сейчас фабрика Хейзенберга, или как его там зовут. Вот она, кстати, та-да. Ну вот. Я уже забыл. Давно сюда не возвращался. Мне эта часть не очень так зашла вообще, поэтому я... Поэтому я и... Забываю ее брахти все время. Так. А, проверь микрофон. Потому что, может, сейчас оговорю. Ага, все. Все стоит. Все правильно должен быть. Окей, все, понеслась. Вообще утро тяжкое. Вроде бы даже не бухал, но... Дай господи, как же тяжело было встать. А, Итан Уиндерс. Входи. Нет, Санта-Клаус. Я думал, что ты справишься с домом. Я тебе подарок, не свинца. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Я хочу поговорить с тобой о роли. Эмиральд. Да входи. Фамилия? Не бойся. Это не ловушка. Чё-то мне, блядь, воняет прям ловушкой. Прям смердит ей. Танки. И что это? Да, танки. Откуда здесь в этой деревне такая техника? Так, ну вроде больше здесь нет ничего. Нихера не вижу больше. На оружие у меня отберет, он же магет вот это вот со своей магией, вот этой магнетом. Радиоактивные люди, блядь. Сука. Мия. Правда, вот так вот? Так и знал.
Ты хочешь убить меня, как и всех, а потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет, ты крепко ошибся. Завали ебло! Прости, что с вами. Завали ебло? Ты присядь. Слушай, Итан, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сядь, сказал! Мисс Гигантская Сука. Стрёмная куколка. И водяной дебил. Еще не все. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Мира? Я вообще не хочу быть в семье Мира. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? А хер! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткнись, урод! Ты и я, Итан. Мы вместе спасем Розу. Из нее уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь не оружие. Ты зря. Лучше не проверять, что там нет. А я бы рискнул. Сам. Блять, жопа. Вообще, диалог сейчас был ни о чем. Беги, ползи. Что тебе? Че это за хуйня, блядь? С башкой пропеллера. Что это за тварь? Что это за текстуры? Что у нас? Санкринтовки, отмычки, гранаты, пистолеты, дробовик. Свет.
такие жирные какие-то, хоть пистолет прокачан, но что-то, блядь. Надо подняться наверх. А что там за трупы? Здрасте. Так. Вам что-нибудь подсказать? Даже продать-то нечего. Прошу вас, изучите мои новые дома. Ебать. Серьезно, блядь, что? А, вы это заметили? Бля, вот в седьмой-то можно было в сундук убрать лишнее, а тут типа нам делают выбор, что мы можем купить, а что нахер продать. Тогда смысл я вкачивал. Ну, у него что? Скорпион, да? А нет. Полуавтоматическое ружье. Даже не уверен, что мне не нужны, блядь. И все, да? Нет задачи важнее, чем добыча товара.
Нет ничего важного. Угу. Я могу их продавать. Спасибо за покупку, сэр. Я даже не знаю, тут вообще стоит их продать или что. Какой, блядь. Ну, типа, я могу еще что-нибудь. Ты, ну, так же, да? Только посмотреть витрину вон там. Полуавтоматическое ружье. Да. Ты голоден? Значит, ты жив. Спасибо за покупку. Иди нахуй. Сэр. Так, мы здесь можем спуститься. Еще здесь у нас пару дверей. Так, есть у нас шарик, да? Шарика у нас нету. Правильно, правильно. Стрёмный коридор. Ага. Ну, сейчас не потом. Ну все, выход один.
Так, пойдем с другой стороны. Нет электричества. Ох, ой. Здесь по-любому босс будет этот с вентилятором этот. А очкарика не знаю, наверное, тоже будем валить. Да, патроны что-то очень быстро убитают. Сюда мне ничего положить. С другой стороны. О, нихуя тут. Да, блядь. Так. Да хули ты такая пизда тупая? Электричество. Чувак с дрелью. А, это вот этих-то везли, да? Что он там прошивку закачивает, да?
Хуй здесь столько селян вообще, сколько этих монстров. Теперь их будет до усрачки, да, много? Это полезная вещь. Блять, нихуя. Блять, да. Отмычки подкрываем. А может со снайперкой как?
Ра-та-та. Да, это световая мне сейчас. Окей. Бля, ты посмотри. Сейчас кто-нибудь из них встанет. Что-то в Рике было похоже, когда там людей из людей дроидов делали. Дронов. Что здесь? Где-то что-то есть? И вот опять же, да, место. Я не понимаю, что я здесь упустил. Чего не взял. Где-нибудь опять какая-нибудь хуйня вот висит незаметная. Бля, я не знаю.
Не вижу, не понимаю. Неужели нам еще надо будет какую-то печать делать? Так, ну-ка. Я что пытаюсь сделать. Сочетаемое. Блять, это пиздец какой-то. Карт. Зачем мне ваша карта-то, блять? Она и так открывается. Механический бейсболт, версия 1. Взял труп, взрослый мужчина, ударил сердце, вставил каду, успешность симуляции мышц электрошока, мозг мертв, поэтому он лишён разума. Ну и инструкция разрушения, потом останавливается. Механический боец, солдат 1.01. Прикрепил оголовье к черепу с электродом. Считывают стабильные мозговые волны. Первый эксперимент в бою с оборотнем. Разобран на части и съеден. За 3 минуты. Поражающая способность и убойная сила недостаточно. Механический боец, солдат версии 1.10. Заменил нижнюю часть руки буром. Недостаточно энергии для эффективной маневренности. Может взять живое тело. Может взять живое, сука, тело. Так, ладно.
Время. Механический боец солдат, версия 1.15. Установил каду реактор в грудь. На запас энергии гораздо больше. Второй эксперимент, бой с оборотнем. Убил 3 оборотней за 1 минуту. Хороший результат. Но непрочный реактор. Отключается, если уничтожить реактор. Угу. Вот это. В грудак шмалять. Давай. Надо моменты, да, ловить? Ну, хорошо. Раз у тебя бой на моментах. Согласен. Так, куда нам там ее надо было засунуть? Здесь все равно что-то здесь еще есть, или мы что-то еще будем брать? Жары. Мне нужна сила. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Вот плоды моих стараний. Сильные уничтожат слабых. Так устроен наш мир. Ряд ответ мое предложение, Итан. Ну и урод. Итан.
Так, здесь у нас ход с двух сторон, да? Чего? Ёбана. Ёбаный в рот. Накосячил. Да, блядь. Я уже понял, что я его воскрешу, и он, блядь, жопу мне надерет. Так. Подожди, а куда мне? А, ну по лестнице вверх, да? Бля, оно не вообще на спине.
просраться, блядь. Ничего вообще будет, нет? Ну, пойду сохранить, потому что время уже пора выдвигаться мне. Так что сохраняюсь и все на этом. Да, вот, здравствуйте, мистер. Все, я пошел. Время у меня уже поджимает, так что давай, счастливо.